Итак, добрый вечер. Сегодня у нас зомби челлендж в Call of Duty Black Ops 4. Так. И у нас один зритель. Кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть? Давайте подумаем, кто бы это мог быть. Отзовись, зритель. Как тебя зовут? И он молчит. Это тишина. Ничего не вижу в сообщениях. Как качество картинки, качество стрима, качество голоса. Сейчас я покажу новый контент, абсолютно эксклюзивный для PS4. Хотя нет, это не абсолютно эксклюзивно, это Blizzard, Activision. Activision поделилась с Blizzard своими наработками. Ой, я тут попал к ребятам. Зрители радуются нашим бедам. Ублюдки на трибунах! Для них просто развлечение. Это зомби-арена в стиле гладиаторских боев. И у нас челлендж. Мы будем убивать их только с руки. Так, вот он. Первый пошел в каске. На, в каску тебе. Ой, какой ты стрёмный. Давай, опа. Ну, что тут размахалась тут, болотная тварь. Чтобы Оракул рассказала подробнее, чего нам ожидать. Но с другой, люблю, когда женщины есть. Как FPS, как графика. А после найдем человека в маске. Это он во всем виноват. Он не должен уйти от возмездия. Да и никто не скажет, как по-дурацки мы выглядим. Нет, ну правда, я себя чувствую кельтским варваром. Я слышу ваши крики. Они вливаются в общий хор. Пропитана алчностью. Вот это акцент у него. Картавый француз. Прикольно сделано, прикольно. Так, так. Блин, на самом деле реально круто сделано, крутая озвучка. Герои каждый свои действия подкрепляют репликой. Руки убери, Коко. Это что-то интересное. Я знаю, что обещал сражаться до последнего патрона, но я предпочел бы найти еще обойму и пойти сражаться. Да. Я теперь живу на подачке. Да, моя бывшая была права. В чем была права твоя бывшая, варвар из Диабло? Вы когда-нибудь видели варвара из Диабло с пистолетом, с посохом? Это что-то новенькое. Если бы стены могли говорить, они сказали бы: не забудьте взять чак. Так, мы можем зайти сюда и купить там нож, если нас не убьют. Жизнь бесценна, диету, а
теперь вставай и убей своих врагов! Претендент вызывает героев Рах! Так. Главное не сгореть. Претендент вызывает героя Ан. Призовые очки. Я, это ваш шанс. Кто из вас хочет хвастаться, что спас лучшего в мире шпиона? Герой Дану повержен. Как бы ничего случайно не случилось.
нужно как следует тут все исследовать. Чем быстрее мы сможем убраться с этой вонючей арены, тем лучше. Зрители радуются на... Получен огонь Ордена! Для них просто развлечение. Они хотят, чтобы мы бились до смерти. Эй, вот вы! Тогда они будут ублюдки поспорить. На трибунах! Думаете, это весело? Простите, я целился в голову. Если мы разгадаем все их загадки и победим всех их воинов, дверь откроется. Но почему он был прав? Почему именно в этот раз он должен был говорить правду? Мы одолеем орды врагов. А после найдем человека в маске. Это он во всем виноват. Он не должен уйти от возмездия. Часовые очки. Я наточил для тебя клинки. Мгновенное убийство. Удвоение очков. Thank you.
максимум боеприпасов. Свои грёбаные приключения решительно все наше семейное состояние. Черт, я теряю бдительность! Ой, ты мне спинку почесал. Спасибо, дружище. Я тебя вижу, горячая штучка. Только не подходи. Мгновенное убийство. Боже мой. Знаю, что там у этого жреца с деньгами, но с трупов у него точно куры не приедут. Ну что, Шоу, это явно ожившая история. Это по вашей специальности, правда ведь? Ну, история. Ведь вы, считай, до Мафусаиловых лет дожили. Ваши подарки помогут мне уничтожить вас. Отец гордился бы тобой. Черт, я и сам горжусь тобой. Ой! А мазохисты за это еще и платят. Я бы с радостью заплатил им, чтобы они заняли мое место. Все дело в том чертовом письме. Он в нем много чего не рассказал. А сделать это можно лишь отбив отца у этого гребаного города. Получай! И что-то еще я забыл сделать. Ах да! Везде эти чертовы упыри! Ты просто ангел, дорогая! За чушь! Я не готова умирать, слышите? Я не готова! Этим покончено! Следующий на очереди! Но гад-то спёр!
петуха! Так. Итак, мы на канале, на пробном канале. Оттошки и портошки, и сегодня мы играем в Call of Duty Black Ops 4. Зомби-режим. Как картинка, как звук, как видео, отпишите в комментариях.
пассажиры. Думаю, их уже не спасти. Мы врезались в огромный айс! Заткнуться и сосредоточиться на деле! Отец говорил, что вам можно доверять. Так покажите мне, что он не был полным идиотом! Да, сюда запрыгнуть не получится. Это первая карта, в которую я играю, в принципе, как и первый режим. До этого я в него особо не играл. Сломался! Так, на первый взгляд может показаться, что тут... ...подходы и направить противника в сектор обстрела. Прям Left 4 Dead какой-то. Но здесь намного хардкорнее. Персонажи переговариваются между собой, что делает их более живыми и более атмосферными. Это очень круто. Так, где наши зомби? Так, почему нельзя перепрыгнуть? Я кое-что вспомнил. Мне очень неприятно. Это становится... Ага. А, служаны. Ой, ой-ой-ой. Ребятки, прям вообще очень злые. Закомпостирован, тварь. Да, наверное, ей чего-то не хватало в жизни. И она просто ищет это. Радуйте после смерти. Скоро я за вас возьмусь голыми руками. Извините, сэр. Мэм, не хотите ли отведать швейцарского ножа? Пожалуйста. Интересно, почему они не пытаются меня сожрать? Тут есть и карты еще. Очки. Интересно. Кажется, придется поработать руками. Я на секунду расслабилась. Больше не повторится. В жизни всегда так. Если видишь такую роскошь и изобилие, значит, где-то поблизости когда есть насилие. Надо найти патроны. И чем скорее, тем лучше. Знаю, знаю. Заходите, когда будут деньги. Жмут. Мы должны были уже спрятать артефакты и предаваться отдыху в своих каютах. Вместо этого мы отбиваемся от каких-то кошмарных чудовищ на помощи судна. Видимо, нас больше. Ты знаешь, что твой отец однажды спас мне жизнь. Это самое малое, чем я могу ему отплатить. Ты хороший парень, Бруно. Жаль, ты сам в это не веришь. Когда она мне нужна? На помощь!
Стейси. Стейси Пеллинга. Или Пеллинга. Не учите меня жить. Нет, я вижу комментарии, я их как бы поставил, сейчас их видно. Ты умеешь оставлять хорошее первое впечатление, да, мертвяк? Интересно. Так, вот у меня ульта, так. Я умел один это. Интересная штука. Это походу монк из Диабло. Оп. Йо. Он еще и кидает их. Знакомая форма. Знакомые символы. Думай, Шау, думай. Пеленга. О, такой очаровательный оттенок. Что за ник вообще такой, Пеленга? Что это за штуковина? Ты что, в Звездные Рейнджеры переиграла? Круто на самом деле сделали, блин, клевая графика, правда, немножко с FPS-ом беда, но... Спасибо! Давай сладких снов! И дал мне полбу. Прошлый был вкуснее. Максимум. Будь у тебя хоть капля мозгов, ты бы уже свалил отсюда. Не молчите, Шоу. Когда все начало меняться, вы выглядели так, будто все это вам уже знакомо. Да, я уже видел подобное. Однажды, давным-давно в Камбодже. Я тогда кое-чем баловался, поэтому решил, что у меня просто галлюцинации. Я не предупреждала? Теперь уже поздно, тварь! Да, казалось бы. Не сидится у меня в желудке. А если спихнуть его за борт, он потухнет? А знаешь, у тебя довольно мягкие и нежные руки. Для
человека-гризли. Итак, мы убиваем упырей, чтобы получать очки, чтобы покупать оружие для убийства упырей? Туфта! Удвоение очков. Я давно разлюбил. Да, прям как Диабло. Фарм ради фарма. Думал, это сойдет тебе с рук? Но он всегда готов к ней. Да ну убери лапы! Ты, может быть, и не помнишь, но поверь, ты это заслужил. Только идиот рискнет меня задевать. Ты оказался именно таким. Я уверен, что судно идет ко дну. Так что, если нас не убьют эти твари, мы все равно утонем. Мерда. Что это за слизь? Неужели это все вытекло из артефакта? Призовые очки. Эта штука не работает бесплатно? Чёртова вымогателя. Гниющие трупы всегда так пахнут. Я его отсюда чую. Голова закружена. Призовые очки. Ну, больше, чем обычно.
Противник убит. Противник убит. Серов гор. Попадание. Аякс убит. Аякса убрала. Констатирую. Им врагов. Руин убит. Пристрелил. Труп. Враг уничтожен. Враг уничтожен. Аякс убит. Противнику конец.
вышибалу пришибло. Крэшу конец. Противник убит. Насмерть. Номад готов. Контроль. Захватите все зоны. Идет захват зоны Альфа. Зону Альфа. Сетевая мина готова к установке. Они штурмуют зону Альфа. Мы берем несколько зон. Противник атакует зону Альфа. Лавочка открыта. Зона Альфа наша.
заканчиваются жизни. Идет захват зоны Браво. Зона Браво наша. Мы добились полного контроля. Этот раунд за нами, но расслабляться рано. Она мертва. Защищайте все зоны. Колючка готова. Сетевая мина поставлена. Штаб, высылайте Хеллсторм в мой сектор. Временная скорость. Пора прибавить темп. Пускаю сенсорный дротик. Вот так. Послужи-ка нам. Захватите все зоны. Мы ведем захват нескольких зон. Так держать. Мина установлена. Силы правительства победили.
боя готова. Контроль. Не дайте им захватить наши зоны. Они захватывают Альфу. Обороняем зону Альфа. Black Ops берут зону Браво. Труп. Мы защищаем Альфу. Сенсорный дротик пошел. Зона Браво потеряна. Мы обороняем зону Альфа. Мы защищаем Альфу. Противник поднял ППЛА. Мне нужен беспилотник. У них скоро закончится жизнь. Мы обороняем зону Сигнал Альфа. Сигнал с маяка. В вашем секторе враг. Будьте осторожны. Они захватывают Альфу. Мы обороняем зону Альфа. Наш маяк выключен. Деритесь до конца. Теряем зону Альфа. У противника жизни на исходе. Покончим с ним. Они ослепли. Мы защищаем Альфу. Время тому, кто прибьет последнего. Мы защищаем Альфу. Время почти вышло. Нужен хороший финал. У нас преимущество. Спокойнее, мы пока не закончим. Прикончил. Захватите все зоны. Противник вызвал ППЛА. Идет захват зоны Браво. Мы ведем захват зоны Альфа.
Выход в зону Браво. С маяка в вашем секторе враг. Их жизни на исходе. Ликвидируйте. Цель уничтожена. Противник вызвал БПЛА. Наш маяк выключен. У нас заканчиваются жизни. Они атакуют зону Браво. Противник атакует зону Браво. Цель поражена. Противник поднял БПЛА. У них больше нет жизни. Осталось добить. Атакуют зону Браво. Премия тому, кто прибьет последнего. Продолжайте давить, сломаем их. Не дайте им захватить наши зоны. Батарею убрал. Противник поднял БПЛА. Они взяли зону Альфа. Топтало в пыль. Профита убил. Профит вызывает беспилотник. У противника почти закончились жизни. Дожимайте. Кассетная граната готова. Тактический маяк включен. Мало жизней. Берегите себя. Наш маяк выключен. Штаб, это Профит. Нужен удар на вертолет. Жизни. Добейте его. Осталось
способны. Ситуация под контролем. Я в вас и не сомневался. Крэш ликвидирован. Рекон убит. Батарея на связи.